Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – безпека на воді. Днями у плавбасейні «Водолій» відбулись змагання, присвячені безпеці на воді. Подібні змагання у Миколаєві відбуваються втретє. Організатори заходу, співробітники рятувальних служб та громадська організація «Федерація підводної діяльності та спорту» у Миколаївській області. І сьогодні у нас в студії голова правління цієї федерації Сергій Кущ. Сергій Миколаївич, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. Сергій Миколаївич, будь ласка, ваш проєкт започаткований у 2014 році. Для чого ви взялись за цю справу? Ну, історія, як ми прийшли к тому, знаходясь на воді, все, ну, как бы мы занимаемся подводными видами спорта, находясь на открытой воде, мы видим поведение детей, поведение взрослых, как они ведут, ну, к сожалению, участвовали в спасательных операциях, видели, к чему это приводит, несчастный случай, пришли к тому, что получается ту информацию, которую мы обладаем, мы должны поделиться с теми людьми, которым это действительно необходимо. Так родилась идея заняться социальным проектом «Безопасность на воде». Нашли очень хорошую поддержку в службах спасения, то есть наработали очень хорошее взаимодействие, поэтому, ну, как бы довольны все, я так понимаю, от этого выигрывает, все выигрывают, поэтому, ну и, наверное, получается, это детям нашим надо, у нас дети есть, которые с удовольствием участвуют в этих мероприятиях, кроме спорта, они еще и участвуют в социальной жизни города, всем это нравится. Наші колеги зі служби новин Вікторія Андрушків та Ігор Чорний побували на змаганнях, які присвячені безпеці на воді. І ось їх матеріал. Будь ласка. Першими стартували учасники категорії 12-14 років. Катерина Гончар 7 років займається веслуванням на байдарках. У цих змаганнях участь бере вдруге. Я вражена від того, що якби все добре в мене вийшло, все без ніяких проблем. Просто бачу кільце і почала нырять як можна глибше. Максим Бублик 2 роки займається акватлоном. Розповідає, як готувався до змагань. Спочатку ми робимо розмінку. Це на суші Спочатку ми робимо розминку на все тіло, потім віджимання, присідання та розтяжка. Потім ми заходимо у воду. У воді ми спочатку робимо найчастіше 20 басейнів. Після цього ми робимо гірки, дзигу і пірнання. Змагаються 10 команд. Це буде секція акватлона Федерації підводної діяльності. Це буде секція акватлон Федерації підводної діяльності, але також у нас присутня тут спортивна школа байдарки, комунарівець присутній, присутня школа вищої спортивної майстерності. Школа вищого спортивного майстерства. Всього бере участь 150 чоловік, з них 60 спортсменів, 25 суддів, інші інструктори та тренери. За безпекою на воді слідкують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спортсмени змагаються на 4 дистанціях. Зараз триває естафета 5 кілець. Потрібно змагатися на швидкість, так само нирнути, але вже на трохи меншу глибину, на 3 метри. Дістати спеціальну ленточку і вернутися на лінію старту. І так зробити 2 рази. Потім буде відпрацьовуватися елементарні вправи по порятунку людини на воді. Тобто будемо кидати рятувальне кільце, кінець Олександрова і безпосереднє рятування постраждалого в ластах і маски. Ну і на завершення буде стикові поєдинки по акватлону, боротьба під водою. Учасники змагаються командами та самостійно.
кольца, фішки і спасіння на воді – це командне. Кільця, фішки, порятунок на воді – це командні. Там робота в команді, три людини імітують рятувальний пост. Як вони взаємодіють між собою. Дистанція акватлон – це особистий залік і кращий результат члена команди йде в командний залік команді. Кошти на кубки, медалі та грамоти для переможців виділили у міському управлінні у справах фізичної культури та спорту. Також учасники отримали кубки та подарунки від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Я нагадую, що це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – безпека на воді. Наш контактний телефон – 76 92 33. Сергій Миколаївич, будь ласка, чи можна назвати ці змагання, про які ми зараз щойно йшлося у відеосюжеті, профілактичним заходом щодо попередження нещасних випадків на воді? Звісно, для цієї цілі ми проводимо, виходить, мероприятие, регулярне, традиційне мероприятие на воді. Тому що закінчується сезон, вода вже не така тепла, тобто всі відкрита вода – це байдарки, парусні, спорт, вони уходять з відкритої води, у них з'являється свободне, більше свободного часу, тому якраз є час напомнити і спортсменам, о том, что как бы, как вести тренерам, о том, какие навыки спасения. И получается провести с детьми профилактическую работу по поводу, ну, по безопасности на воде. В осенний период детей летом они все на соревнованиях, на разъездах, осенью они все собираются, ну, как бы вместе, конец года, подведение результатов. Я думаю, что это вода, она никогда, безопасность на воде, она никогда не становится неактуальной. То есть есть безопасность на открытой воде в летнее время. К сожалению, люди гибнут зимой, поэтому эти мероприятия, я думаю, что всегда актуальны. Если правила поведінки на воді завжди актуальні, як влітку, взимку, навесні та восені. Будь ласка, ви навчаєте не лише тому, як вберегти себе на воді, але й як допомогти іншому, тому, хто тоне. Будь ласка, назовіть хоча б основні правила поведінки на воді. Значит, в формате помощи человеку, который попал в экстремальную ситуацию, как это не, наверное, странно звучит, но это безопасность своя личная. То есть человек, который подходит к экстремальной ситуации, он должен понимать, какую угрозу несет эта ситуация лично ему. И оценивать реально угрозу его личной жизни. Потому что фактически многие, из опыта могу сказать, что все наши дети, с которыми мы проводим лекции, они все герои, все готовы спасать. Но именно понимание того, что это действительно опасно для него самого, это, наверное, главное. И выработка правильного алгоритма действий при спасении, если какая-то нештатная ситуация. Потому что если тонет весовая, учитывать весовую категорию, то есть если это ребенок, а тонет взрослый, понятно, что ребенок не сможет помочь в прямом смысле подплыть и там, ну, оказать какую-то помощь. Но ребенок может доставить этому человеку какой-то предмет, который поможет удержаться на воде. Это и матрас, и мяч, и круг, если даже не спасательный, это какой-то надувной круг. То есть даст человеку в экстремальной ситуации продержаться на воде до прибытия спасателей уже профессиональных. А скажіть, будь ласка, чи навчаєте ви дітей діяти в екстремальній ситуації на прикладах? Ось ви виступаєте з бесідами у школах і у собі там ви теж розповідаєте, про що в першу чергу ви звертаєте, на що в першу чергу ви звертаєте увагу дітей? Ну, разработано за время проведения вот социального проекта с 2014 года, разработано несколько программ для разных возрастных категорий. То есть младшие дети – это правила поведения на воде. То есть это без родителей ни в коем случае не выходить на воду. Если что-то происходит, не кричать ложно, не баловаться, не кричать «спасите, помогите», то есть только понимать, когда это нужно. Звать, как правильно звать на помощь и привлекать, не стесняться привлекать взрослых. То есть вся информация нужно срочно передавать взрослым. Чуть старше, это уже 4-8 класс, это уже начальные элементы, как правильно вызвать спасателей, доложить спасателям о том, что идет ситуация, как их дождаться, что нужно сказать. И как, опять же, привлечение взрослых. И только получается уже с 14 лет
это реально какая-то, ну, как бы работа уже в воде. То есть подойти к человеку, который требуется помощи, но опять же, ни в коем случае не входить его в прямой контакт. То есть акватлон, то есть тот спорт, подводный спорт, которым мы занимаемся и в Николаеве развиваем, у нас группы есть. Ну, я могу сказать, что это дети, которые готовы к прямому контакту с человеком, который борется за свою жизнь. То есть они умеют освободиться от захватов, умеют, они дышат, они не паникуют при этой ситуации, то есть они, им не нужна маска, там, глаза, им это не нужно. Они, получается, себя в воде чувствуют уверенно. Но именно программа рассчитана на обычного человека, который может оказаться случайно рядом возле человека, который тонет. И вот алгоритм действий проговаривается на примерах. Видео очень много собрано за этот период. Снимаем видео, то есть на тренировках моделируем ситуации. Работа с простейшими средствами спасения. Что ребенок должен понимать, как любой бытовой предмет можно использовать в качестве спасательного средства. То есть многие не задумываются, что обычная 5-литровая бутылка, которых, к сожалению, очень много на берегах, это уже спасательное средство, которое можно доставить утопающему и дать ему в руки, чтобы он мог продержаться на воде. Скажіть, пожалуйста, в чому полягає небезпека, коли людина, коли рятувальник кидається рятувати того, хто тоне? Чому так небезпечно близько підпливати до нього? Ну, факторів на самом деле очень много. Тобто тут нужно учитывать и температуру воды, и состояние того человека, который попал в беду. Если он в активной фазе, и он борется за свою жизнь, то, подойдя к утопающему, вы являетесь для него просто предметом, на котором он может плыть. Вы не являетесь для него помощью, он просто будет вас топить, но при этом будет пытаться уходить в воздух, еще глоток сделать. Поэтому вот в этом опасность. Он может схватиться так, что освободиться будет очень сложно без специальных навыков, и люди могут тоже запаниковать. К сожалению, статистика такая есть, что спасатели иногда гибнут вместе с людьми, которые попали в беду до того. Поэтому именно правильный алгоритм действий, правильное поведение. Несомненно, получается выполнение правил поведения на воде. Самому не попасть в эту ситуацию, то есть нужно учитывать многие факторы, многие условия для того, чтобы вода была. То есть вода не так страшна, как кажется. То есть мы столкнулись с такой ситуацией, что на открытой воде, вот чтобы не было несчастного случая, давайте не будем детей выпускать на воду. Это в корне неправильно. Это все равно, что сказать, давайте, чтобы не было на дорогах аварий, давайте детей не будем выпускать на дороге. Они все равно попадут на дороге. Дети все равно вырастут и будут попадать к воде. Но они туда выходят неподготовленные. Наша задача, чтобы они это понимали, осознавали и сами осознавали ту опасность, которая может грозить. Поэтому я считаю, что проект очень хорошо себя зарекомендовал. Довольны все, кто в нем участвует. Участников добавляется с каждым годом все больше и больше. Это и Красный Крест постоянно участвует, и городские спасатели, и ДСНС, Главное управление области. Это наши помощники и наши партнеры. И, выше всех. То есть, они, можно сказать, толкнули, дали толчок основной для нас. И управление спорта подхватило эстафету. То есть перечислять можно очень долго. К сожалению, эту проблему нужно развивать, потому что в этом году, к сожалению, в Николаеве погибли люди на воде. Это из них определенная часть – это дети. На жаль, коли потрібніше проводити профілактичні бесіди та заходи, в яку пору року все ж таки це найбільш актуально? Значит, понятно, что актуально это все-таки в летний период, и регулярно проводятся мероприятия в процессе подготовки купального сезона, это апрель-май, очень большая нагрузка в этот период, мы с спасателями проводим регулярно мероприятия, раздаем флаера, распечатываем совместными усилиями флаера, я вот хотел показать...
показать вот такие памятки, которые в течение... Безпека на воде, доросли. Да, то есть эта информация сделана как раз... Вы не навшите детей правилам. Как раз детский флайер получается, который ребенок с удовольствием берет в руки, читает, смотрит в формате этот вот на обратной стороне. Но я показывать не буду. Здесь уже сделана просто информация для взрослых, чтобы... Вы можете показать еще иные. То есть ну, разрабатывается также, получается, взрослый флайер, где уже информация дается более в серьезном формате для родителей. Поэтому вот такие флаера разрабатываются постоянно, и они летом, все лето членами федерации и спасателями проводятся рейды, раздаются отдыхающим и напоминаем о правилах поведения на воде, о том, что их нельзя нарушать, о том, как выполнять, куда звонить, как это делать. То есть, ну, чтобы информация, я думаю, что в этом смысле тут информация лишней не бывает. Когда проводить мероприятие? Мероприятие нужно проводить круглый год, потому что у нас начинается сейчас зимний период, у нас начнется тонкий лед, у нас начнется... несчастные случаи, надеюсь, что не начнутся, но, возможно, несчастные случаи, уже связанные с выходом людей, рыбаков и детей на тонкий лед. Весной это оторванный лед. То есть эти все вещи тоже нужно понимать, как себя вести в экстремальной ситуации. Что нужно сделать? Потому что из опыта видно, что люди, которые пострадали, они не знали элементарных действий, которые были вот рядом, и у них все было для того, чтобы этот там, несчастный случай не случился. Люди просто этого не знают. Неправильное действие, ну, понятно, что нарушение правил я тут не обсуждаю, они нарушили правила изначально, но уже когда ситуация произошла, действие. И наоборот, если происходит какое-то нормальное, правильное действие, то чаще всего несчастного случая можно избежать. Щойно ви провели семінар для тренерів Миколаєва. Про що ви розповідали їм? Ну, тренера у нас замечательні. Вони всі достатньо імениті і опитні на воді. Вони, виходить, ну, скажімо так, їх вчити не потрібно. Вони працюють з дітьми. Це мероприятие скоріше зв'язане з тим, щоб напомнити правила спасіння, правила оказання першої допомоги. Посмотреть, возможно, что-то, какой-то навык для себя будет. То есть информация, обмен информацией и предоставление какой-то информации, оно всегда полезно напомнить. То есть наверняка после этого мероприятия, после этого семинара будут детям что-то расскажут, где они были, что они делают. Все равно информация через тренеров дойдет до детей. Поэтому это своеобразный такой, ну даже не то, что мы им рассказываем, мы просто их собираем вместе, мы их рады видеть, они уже тоже приходят регулярно к нам на мероприятия, показываем, кто хочет, появляются новые тренера, показывают, они могут попробовать себя в качестве спасателей на манекенах, то есть нам Красный Крест предоставил, и городское управление надзвичайных справ предоставило манекены электронные, которые видно, когда человека, с какой частотой, как запустить. Вот эти моменты очень, наверное, ну, потому что в повседневной жизни в школах таких манекенов нету. Здесь у них есть возможность попробовать это все в этот день. Поэтому так, то есть сказать, что они там приходят и учатся чему-то новому, нет. Они, у них по своей специфике, они достаточно высокие специалисты, и тут скорее такой профилактика. Чтобы... Коли ви спілкуєтесь з дітьми, про що в першу чергу треба говорити з дітьми і на що треба звертати їх увагу? В першу чергу, ще раз повторяюсь, нужно їм объяснить, що спасіння на воді, поведення на воді – це опасно. Якщо йде якась екстремальна ситуація, то ця ситуація в першу чергу несе яку угрозу, несе їх життя. Правила поведення, які... есть, чтобы их не нарушать и к чему это может привести. И четкий алгоритм действий, если происходит какая-то экстремальная ситуация. То бишь, определение реальной угрозы. Действительно ли человеку нужна помощь или это баловство? Какие средства спасения есть сразу под рукой, что можно быстро использовать? Кого можно привлечь для спасательной операции?
какое количество людей находится на берегу. То есть оценка реальной ситуации как спасателя. То есть дети, ну вот благодарны, конечно, это возраст, это 5-8 класс. Они реально могут уже создать быстро. Они ходят группами на реки, они выходят. То есть сам ребенок в этом возрасте, он редко пойдет на воду. Они будут 3, 4, 5 человек, они будут выходить максимум вдвоем. То есть они уже могут создать какую-то спасательную команду небольшую, если они не растеряются. И вот эта задача — объяснить им о том, что когда происходит какая-то ситуация, мы всегда моделируем, не с ними происходит, а с кем-то посторонним. То есть, если вы нарушили правила, то уже вам будут оказывать помощь. Но если вы оказались рядом, чтобы вы не пострадали, как себя вести, как вызвать спасателей, куда звонить, как общаться с ними, что делать, какие действия предпринять для того, чтобы человек продержался. То есть, для детей важно, чтобы не спасти, а продержаться до прибытия спасателей, профессиональных, либо взрослых, которые могут оказать уже реальную помощь. Те, що ви влаштовуєте подібні акції для дітей, напевно, це не значить, що ви забуваєте і про дорослих. Чи говорите ви малечі, щоб вони доносили цю інформацію своїм батькам? У нас построєна робота така, що вместе з нашими воспитанниками во всіх мероприятиях участвують їх батьки. Поэтому фактически у нас вот это соревнование, одна из, ну, судей, у нас 25 судей было, из ролика видно. То есть 25 судей, из них, наверное, половину — это был родительский комитет нашей секции по акватлону. То есть родители с удовольствием работают с нами, они видят, скажем, как это происходит, они участвуют, регулярно участвуют в мероприятиях социального плана, то есть они на выезды привозят, приезжают с детьми, и листовки с удовольствием приезжают. 8 сентября мы ездили в Киев, представляли акватлон во всей Украине, эти наши родители, то есть мы просто пригласили всех желающих, туда в результате выехало 28 человек, детей и родителей. То есть родители у нас очень активные, очень им нравится, ну, участвовать в жизни. То есть мы никого не заставляем, они все это делают сами за свой счет и готовы делать, и толкают нас: давайте, 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 больше, больше, больше. Програма, за якою ви працюєте зараз, вже існує 4 роки. Чи є результати, якими сьогодні ви можете поділитись з нашими глядачами? Результати, ну, скажем так, статистика у нас была в 2015 году, у нас была ситуация, когда в Николаеве не погиб ни один ребенок. То есть мы добились, ну как бы не мы добились, это совместные усилия или так в силу ситуации, но не погиб. К сожалению, в этом году дети... Это был очень сумный такой год, адже влітку загинуло несколько детей. Да, поэтому фактически, но я думаю, что результаты наши оцениваются, наверное, все-таки косвенно то, что мы все-таки, наверное, спасли кому-то жизнь тем, что кто-то не пошел в воду, кто-то там родители, которые были на выпившие, сказали, отговорили заходить в воду. То есть работа такая, что, ну, сложно оценивать сразу. Но результат — это вот когда у нас на протяжении нескольких лет не будет вообще погибших на воде в Украине, тогда, наверное, можно этот проект сворачивать. Ви думаєте, що таке можливо? Ну, наша задача — старатися, так, до цього стремитися. Тому що цей проєкт, він вже виходить за рамки Ніколаєва, він всеукраїнський, в Києві проходить цей проєкт, і в Одесі цей проєкт вже приходить. От Дніпропетровськ к нам присоединился, Київ давно вже проводить цей, він виграли в цьому році проєкт, і теж в Києві буде, на наступний рік буде вже реалізований цей проєкт. Тобто цей проєкт, по, так сказати, через спорт, підводний спорт, він розходиться по всій Україні, і всем, ну, кто участвует в этом, очень заинтересованы и нравится. И поэтому этот, к сожалению, я думаю, что нужно продолжать. И, ну, наверное, все все-таки понимают пользу от этого проекта, и присоединяется все больше и больше людей. Поэтому мы приглашаем всех, кто заинтересован, кому это интересно, спонсоров, спортсменов, всем, кому интересно, продолжать вместе с нами этот социальный проект. Ну, скажем, скучно с нами точно не будет. То есть у нас достаточно насыщенная программа, и сейчас в планах открыть уже помещение свое, оборудовать для занятий
именно по безопасности на воде, стенды уже стационарно, чтобы дети могли приходить к нам в гости, потому что у нас очень много уже и учебных пособий, плакатов, всего, то есть очень тяжело уже передвигаться по школам, поэтому хотим уже сделать свое так, помещение, тоже это достаточно большая проблема, потому что аренда, проект получается, проводится федерацией за свой счет, поэтому, но все равно мы это хотим сделать, я думаю, что мы это сделаем. І ви впевнені у своїх позитивних результатах? Ну, наверно, позитивні результати – це ті, коли ми ходимо по школам, і коли ми на наступний рік приходимо в клас, діти нас узнають і кричать, да-да, ми знаємо, ми знаємо. Ми... А я от літом там мамі сказав, туди не лізь. Ну, тобто, це, наверно, саме позитивне і саме те, що діти пам'ятають про те, що їм говорять. И рассказывают о том, как они летом применяли свои знания, полученные в прошлом году, ну, на прошлых лекциях, в прошлом учебном году. Сергій Миколаївичу, спасибі. Сьогодні ми говорили про безпеку на воді разом з Сергієм Миколаївичем Кущем. Часу більше немає. На все добре.